Привет, ребята! Давно не виделись. Ой, какая встреча! Роботы-поезда! Привет, царевна! Я Кей. А меня зовут Виктор. А я Бито. Очень рада знакомству. А куда вы едете? Мы едем на праздничное чаепитие к друзьям. А где ваши друзья? Друзья ждут нас вон за тем лесом. Ого! А вы не боитесь ехать одни через лес? Уже поздно. Я немного боюсь. Но всем вместе нам не страшно. Я самый смелый робот-поезд. Рядом со мной ничего не нужно бояться. Здорово, тогда я пойду с вами. А то я как раз собиралась погулять в лесу, но мне одной было как-то страшно. Да, конечно, поехали. Ой-ой, что это было? Я видел какие-то страшные глаза. Едем быстрее, не оглядывайся. Ой-ой, кажется, оно гонится за нами. Ой, смотрите, какая большая необычная поляна. О, где это мы? Ой, кажется, сова потеряла нас из виду. Ой, что это там? Огонь? Пойдемте обратно, мне страшно. А давайте посмотрим, что тут такое светится. Привет, друзья! Зачем вы ко мне пожаловали? Мы бежали от совы и заблудились. Мне очень страшно. Я хочу домой. Друзья, не бойтесь. Мы найдем выход. Нет, не найдете. Чтобы выйти из заколдованной поляны, вы должны разгадать мои загадки. Но предупреждаю вас, если вы их не разгадаете, то уже никогда не выберетесь из этого ужасного леса. Ой-ой-ой, страшно, но делать нечего. Мы попробуем отгадать твои загадки. Жертву по ночам он ищет, чтобы кровью насладиться. Может стать летучей мышью, только чеснока боится. А, легкотня! Это вампир! Ах, догадались? Ну тогда слушайте еще одну загадку. Готовит она зелья, колдует и вредит. К друзьям на новоселье на метле летит. Наверное, это ведьма. Что такое? Опять догадались. Ух, проказники. Его глаза горят, как фары, а шубка черная, как ночь. Помощник он колдуньи старой. Его увидишь, беги прочь. Я знаю, это черный кот. Вот вам еще сложнее. Может, это небылицы в озере лесном девицы. Из воды они выходят, хороводу с песней водят, а потом играют в салки, кто в воде живет. Это я знаю, знаю. Русалки. Моему тыквенному терпению приходит конец! Все, не могу! Последняя, самая
сложная загадка в мире. У нее глаза большие, хищный клюв всегда крючком. По ночам она летает, спит на дереве лишь днем. Я догадался, это сова. Нет, все мои загадки, все отгаданы. Кря, кря, ребята, где вы так долго были? Мы вас так заждались. Мы были в заколдованном лесу и отгадывали загадки страшной тыквы. Мы думали, что пропали, но благодаря царевне мы отгадали все загадки. Царевна такая умная! Спасибо, друзья! Это было страшное приключение, но нам пора домой. Увидимся! Пока-пока!